Всем хай, с вами Юджин. Как у вас дела, друзья? Надеюсь, вы не болеете, надеюсь, у вас все хорошо. Надеюсь, вы не скучаете. Ну, а если скучаете, то я здесь. Я здесь для вас, немного вас развлечь. Играем в Ori and the Will of the Wisps. Продолжаем. Прежде чем мы продолжим, пожалуйста, лайкосиков напихали мне лайкосиков под видос. И подписаться нажмите, если вы еще не подписаны. И не забудьте про колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. У нас их много выходит, и они все прекрасные. 18% от игры мы с вами прошли. А это уже какой выпуск? Четвертый, по-моему, да? Это четвертый выпуск, всего 18%. Игра значительно дольше, чем я думал. Либо я ее медленнее прохожу по каким-то причинам. Итак, мы с вами сразились на мельнице с огромным растением, стрёмным. Итак, какая у нас следующая цель? У нас есть слух. Возле родника есть святилище. И еще вот здесь благоустройство полей. Нам нужно возвращаться к Волоку. Вот сюда. Мы можем... вот если мы до сюда дойдем, быстренько... А, нет, нам придется, короче, идти... Все, знаете, вручную, грубо говоря. Отстой какой-то. О, стоп. Да, чтобы плыть быстрее. Ой. Секунда. Ой-ой-ой-ой. Замешкался. Я замешкался, что-то я забыл. Стоп, а я разве не могу так сделать, нет? Вот, я же могу и так сделать. А зачем мне туда вниз? Так, погодите, там что-то будет очень важное, мне кажется. Давайте посмотрим. Не зря тут пазл. Стоп, 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 вот так. Ага! Вот как можно было сделать. Да. Горляковая руда. И еще можно даже ниже. Глубже. Как-то так. Стоп. Все. А, есть. Все нормально? Нормально. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Комар. Надо его прибанить. Вот как-то так. Куда мы пришли в итоге? Вон комар. Сейчас мы его прямо на шипы. Смотрите, он не стал на шипы. Новая фигня! Давайте. Стоп, надо отшвырнуть. Нельзя отшвырнуть! А, нет, можно. Вот. О, стоп, давайте. Надо подзарядиться. Куда мы идем в итоге? Без понятия. Это все так таинственно. Кто там пуляет меня? А-а-а! Аккуратней. Аккуратней. Спасибо. Скорей. А как нам? Только вниз. А-а-а. Еле-еле. Нет. Ты чтоб тебя, а? Мы же не сохранились. Надо учитывать, что мы... А-а! А, да что такое? И мы не можем, кстати, сражаться. А это что? Нямка. Надо как-то попробовать. Да что ж ты. Наверх. Блин, не получится, кажется, да? Жалко. Собственно, я не понимаю, что я сюда припер тогда. Ладно. Валим отсюда. Что, друзья, мы выбрались наконец-таки. Все. Поперли. Поперли домой, к Волоку. Сообщим ему радостную весть.
Кстати. Кстати говоря, видите, что творится? Сейчас. Дайте еще раз его. Вот так. Да ладно, не получилось. Давай, выше пуляй. Не-не-не, сейчас должно получиться, да? Стоп. Или он не должен это ломать? А, мы можем просто взять и пройти здесь. Окей. Родниковое святилище. Слух разведан. А, мы сделали квест. Так, давайте войдем в святилище. А, нет. Смотрите, это этот краб. Это подводная креветка. Давайте отпульнем его. Сволочь такая. На тебя. И вот так. Ребят, дохну. А, черт. Ладно, давайте еще разок попробуем. Не успел себе хп восстановить. Короче, надо агрессивно атаковать. А, он просто сам по себе очень острый. И да, он даже на расстоянии меня коцает. Давай в тебя выстрелим. Промахнулся. Сволочь такая. Кстати говоря, мы можем сейчас вот так сюда запрыгнуть, да? О-о-о! Ну-кась. Ой, один фрагмент ячейки жизни тоже теперь есть. Что я промахиваюсь? Задубасть его уже до конца. Где вы, друзья мои? Не, все не так просто. Просто комбо ему не сделать. Волна номер два. Давай вот зашвырнем вот сюда. Я же перепрыгиваю. Так, давай вот сюда. Блин, бесит, если честно. Нифига не получается. А-а. Давай, сзади. А-а-а. Почему не работает? Нифига, у меня пальцы не пашут. Первое растение готово. Второе растение готово. Есть. Боже ж мой. Третья волна. Что-то мне совсем сейчас не пруха какая-то. А да вы что есть такое? О, блин. Ой, блин, ой-ой-ой-ой. Так, хорошо. Обратка. А-а-а. Давайте отсюда будем стрелять просто по ним. Он отражает! Нифига себе. Есть! Есть! Нет? Ну теперь вот. Теперь точно, да. Подох. Пожалуйста, это третья волна. Ладно. Ухни! Боже мой. А, Евгений, пожалуйста. Умри, белка! Пожалуйста, выйди отсюда! Один выстрел, и все, я сдохну. Давай, пулей. Есть. А-а-а. Есть. Пожалуйста. Давай. Немножечко. Все. Это моя катка. Что это? Улучшение ячейки для осколков. Теперь вы можете одновременно использовать больше осколков. Чем больше улучшений для ячеек осколков вы найдете, тем больше осколков сможете использовать. Уи! Итак, живучесть. Вы получаете одну дополнительную ячейку жизни. Вы получаете одну дополнительную ячейку энергии. Вы получаете меньше урона. Давайте. Использовано. Ну что ж.
Теперь можно смело гулять. И идти говорить Квалоку, какие мы молодцы. Нафиг вас, друзья. Просто... в жопу. Мы правильно идем? Ой, даже не знаю. По-моему, нет. Мишка? Еще рано, да? Понятненько. Чуть позже, друзья, чуть позже. А ты здесь откуда? Ой, здравствуй, ты идешь туда, где холодно? Я тоже туда иду. Хочу насобирать морозных ягод. Точнее, я туда собирался, но дорогу мне преградил огромный медведь, он спит. Я пощекотал ему нос травинкой, чтобы разбудить, но ничего не вышло. Может, травинка была слишком маленькой, а может, это я слишком маленький. Все никак не просыпается. Если надо что-нибудь покрупнее травинки, то попробую еще разок его пощекотать. Но у меня вот есть меч. Хорошо, что-то крупнее травинки, я понял. Нигде нет указателя, где мы найдем эту травинку. Получи по жопе. Не ожидал явно. Какой-то он странный враг, совсем не на чеку. Просто вниз, просто вниз, просто вниз. Все. Решил вырезать путь сюда, чтобы... ну, вы все равно видели, тут ничего интересного нет. Итак, говорят, у тебя получилось добраться аж до самого рая. Да, колючек там раньше было поменьше, но все-таки светлые озера сумели противостоять упадку. Вот бы там побывать. Но у меня здесь много работы, покой нам только снится. Давайте, что мы можем сделать? Мы можем построить жилище, или мы можем... давайте жилище, это важнее. Отлично, прямо сейчас и начну. И прямо сейчас закончу. Домики мои как новенькие. А, моки как новенькие. И ремонт им еще долго не понадобится. Мы, горлики, строить умеем. И хочешь еще? Да нет, все, я все. Хорошо, рад был повидаться. Давайте, сейф. Теперь пойдем к Квалоку. Стоп, а может быть можно с током поговорить? Так-то лучше, теперь в полях течет чистая вода. Может мне рыбалкой заняться? Полагаю, это все твоя заслуга. Когда узнаешь, как разобраться с остальными бедами, расскажи. Когда земля покрыта пеплом, как в том погибшем лесу на востоке, бродить по ней не так-то просто, эх. А когда кричащая тень отправляется на охоту, умные пташки сидят в гнездышках. Итак, мы можем куда-то наверх пойти, судя по всему. Только как? Нет, я думаю, это когда мы уже научимся очень высоко прыгать. А мы говорили уже с вами Стали? С тех пор, как мне пришлось бежать из замерзшего сада после бури, я повидал немало странного. Но дух, родные мне о вас рассказывали. Такие, как ты, когда-то обитали в краях, где меня зовут чужаком. Я, конечно, не жалуюсь. Я уже почти забыл, каково это — чувствовать мягкую землю. Но здесь пока совсем не так, как дома. Как успехи, дух, получилось найти семена? Лунная синь. В отличие от своих сородичей ловцов света, эти цветы питаются не солнечной энергией, а лунной. А, тогда приступим. Хорошо, он сейчас посеет какой-то... знаешь, как луна притягивает воду, вызывая приливы и отливы. Эти занятные растения тоже все притягивают. В нашей избушке на столе всегда стояла ваза с ними. Это любимые цветы моей матушки. Хочешь еще немного поогородничать? Не, мне нечем, ничего страшного. Озеленение полей. Это побочное задание. Окей, здорово. Скоро здесь прорастет... вот здесь, так понимаю, да? Прорастет лунное дерево. Оно будет тоже наделять нас какими-то способностями или просто будет что-то притягивать? Не знаю. Там наверху моки. Но мы пока не можем... сюда можем пройти еще.
что ж, давайте сразу переключимся к Квалоку. Ну-ка, смотрите, а что у нас здесь есть? Какой-то секретик. Давай, пуляй. Не хочешь пулять? А, все, все. Спасибо, не надо. Спасибо, не нужно. В принципе, мы уже почти у него, да. Вот он ты. Романы. Приветствую тебя, дитя. Моки говорят, благодаря тебе вода вновь научилась течь. Смрад, что прежде одолевал родник, исчез. Жители Топей перед тобой в долгу утопил. Путь в тихий лес на востоке открыть, но будь начеку. В лесу живет та, кого Моки называют крик, ее сердце камень, ее голос боль. Надеюсь, ты отыщешь свою подругу раньше, чем она. Вот оно как. В принципе, не так далеко осталось. Мы уже вон какой путь с вами проделали, и осталось точно такой же. Итак, открыт так открыт. Спасибо, Квалок. Давайте вниз нырнем и да посмотрим, что есть. Что-то тут есть. Сюда. Сюда. Нет, здесь ничего нету. Просто подышать воздухом в пещерке. Рыба самоубилась только что. Вот это нам нужно. Ой, ой, ой. Блин, мы же мгновенно подыхаем. Тогда нельзя терять ни минуты. Сюда и наверх. Жалко, нельзя атаковать никого. И еще вот сюда нужно срочно. Пак, 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 пак. Давай, греби. Греби. О, спасибо за ускорение. Да, это нам нужно. Ай, ай, ай. Кстати, мы можем также от рыбы же отталкиваться еще. Но сейчас это не нужно уже. Пока, Квалок, еще увидимся, я думаю. Моки! Мельница проснулась. Вода снова чистая. Мельница живет. Вода бежит. Теперь можно рыбачить и плавать тоже. Да, я уже понял. Погоди, зачем? Зачем ты? А-а-а! Тут есть секреточка. Спасибо. Нет! Не трогай меня. И вниз. Нам сюда нужно? Среди колючек проплыть? А, здесь новая способность. Мы... Только мы, к сожалению... Не можем уцепиться за нее. Ни за что мы не можем здесь зацепиться. Ладненько. Сволочь. Пуляй! Я просрал. Я просрал. Я просрал. Все. Как же так? Как я мог так обидно просрать выстрел? Ничего, сейчас попробуем еще разочек сделать. Он просто то атакует, то пуляет. И это как бы неправильно. Неправильно я сказал. Все, вот так. Скорей. Скорей. Все. Такая музыка таинственная. Открываются дивные вещи перед нами. Все, мы здесь. Игра сохранилась. А, нет. Какая странная штука. Берегись, Ори. В этом лесу мы незваные гости. Лес — ее владение. Было бы хорошо, если бы ты помогал мне, чувак.
В автономном режиме желательно. Смотрите, они замерзшие или окаменевшие. Мне не нравятся эти болота. И не нравится... И не нравится вот эта вот штука. Мне кажется, она острая. Я не знаю, что это значит. А! Это джампад! Да. Кстати говоря, а там деньжата. Опа! Блин, прикольно. Я сначала думаю, что это что-то опасное. Думаю, мало ли какой-нибудь монстр. Аккуратненько. Молодца. Куда нам здесь нужно? Дикая обида, друзья мои. Давай, пузырик. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас должно получиться. Одной связочкой. Смотрите. Вот так. Хорошо. Куда ты? А, секретики прячете от меня? Или нет? Или это просто... А, тут так и надо. Смотрите, дерево. Ты кто? Ты что? Кии. Дух, несущий свет, здесь в моем саду таким, как ты, не место. Деревья нуждались в вашей помощи, но так и не получили ее. А теперь оглядись, видишь? Мой сад погиб, превратился в камень, рассыпался горьким прахом. Осталось лишь одно деревце, а даже одно охвачено недугом. Уходи из этих владений смерти, да, уходи, как и другие духи до тебя. Разве что ты сможешь исцелить мое последнее дитя. Возьми его отравленную ветвь. Дух, несущий свет, отыщи целителя природы. Искупи предательство духов. Безжизненная ветвь. Вы нашли новый предмет для задания. На вид эта ветвь серая и безжизненная. Новое побочное задание. Хранитель деревьев. Найди того, кого... Ага. Это кому? Неужто ли я могу вот сюда отнести? Он озеленение полей. Может быть, ему надо будет это отнести? Не знаю, не знаю, не знаю. Посмотрим. Смотрите, все в камень превратилось. Эта тварь уничтожила всех, да? Из-за того, что духи бы покинули это место. А почему покинули, непонятно. Опа, есть. Fast travel открыт. Сейвка есть. Можно расслабить булки. Мы, в принципе, совсем недалеко от нашей подруги. Тихонечко. Давай, пузырик, спасибо. Мы здесь можем встать? Можем. Так, ждем. Вот здорово. Ага, нужно два каменных ключа найти. Смотрите, что это у нас здесь. Каменный ключ номер один. Упс. Осторожнее. Вон второй, я вот вижу его. Нет! Как же быть-то там? Надо подумать. Смотрите, один лопает, другой появляется. Лопает, другой появляется. Нам нужно подгадать так, чтобы... Чтобы появление было в тему. Черт. Хорошо. Ох. Увидели, какая-то такая дорожечка сейчас из светлячков прошлась прямо к кристаллу энергии. Ребят, мы здесь. В лесу царила тишина, возникшая из пепла. Вот это место. Слышите? Ку!
Правильно, Кужа зовут ее. Куна. Все, все окей. А где перо? Дизайн, конечно, очень красивая и стрёмная. Она еще больше, чем я думал. Ладненько, давайте аккуратненько. Да, побежали, все будет хорошо, не волнуйся. Тепло угасло и сияние померкло. Задание обновлено. Пропавшая подруга, покиньте тихий лес. Куда? Куда нас? Видели, куда отнесло камеру? Там задание где-то вообще далеко, видимо. О, как много мы уже прошли. Я не знаю, как вот это задание, если честно, выполнить. Найдите того, кто хорошо разбирается в растениях. А, ну это точно он. Может быть, заняться этим прямо сейчас? Нам-то недалеко до него. Давайте это сделаем. Пошли. Фиг! Мы не можем ничего делать. Смотрите. И стрелять можем. У нас двойной прыжок. Нажмите, удержите shift, чтобы парить в воздухе. Куда ж ты перо посеяло? У тебя была одна задача. Я не понимаю. Что я должен делать? Что это такое? Нажмите, чтобы создавать порыв ветра. А, раздуть огонь. И теперь вот оно как. Слушайте, здорово. Теперь у нас больше контроля. Так, привет, Ки. Своим сиянием ты нарушаешь тишину, дух. Глупо, она слышит и видит. А тебя, да, тебя увидеть легко. Мы подчиняемся тишине, а остальные... Ах, им не выбраться. Чувствуется, да, в его голосе прям страдание. Бедняга. Что это такое? Каменный ключ. Я понял нашу цель. Тормозите. Их надо 4 найти. Кстати, вот здесь чуть ниже надо нырнуть и посмотреть. Вот он ты, говнючок. Жалко, я не могу слезть в нужный момент. 4-й. Точнее, 3-й, это даже не 4-й. Ага, прикольно. Не понимаю, а еще где? А, вот сюда, ниже. И как я должен... Все, я понял. Нам надо вот этого чувака приманить. Сюда. Давай! Есть! О, давай здесь. Ку, планирую, все от тебя зависит. Вот сюда. О, мне не нравится здесь. Посмотрите.
Волк? Она молчанье берегла не в силах. Да что, почему так быстро? Я не успел прочитать, серьезно. Просто когда ты озвучиваешь, ты концентрируешься еще на интонациях и так далее. Стараешься, чтобы это звучало прикольно. И в итоге не дочитываешь текст до конца. Секундочка, секундочка. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Мы нарушили молчание, да, кажется? Нарушили тишину. Смотрите, какие огромные. А! Тихо. Какие огромные черепа, жесть. Так, не трогай нас. Не трогай. Вот, 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 вот. Come to. Фух. Давай, прыгай. Воздух. Блин, как кайфово. Вот этот вот... Вот этот полет. Ощущение так приятно чувствуется, когда ты управляешь. Там упокоились бы те, кто век не знал покоя. Еще один такой вой. Ну-ка, давайте посмотрим, насколько высоко мы сможем подлететь. Не очень. Давайте, так, аккуратненько, с обрыва. Не бойся, не бойся. Угу. Угу. О, о. Уху. И вот сюда, аккуратненько влетаем. Молодца. Это было как-то тупо. Но ничего. Смотрите. Мы это уже видели в первом выпуске, но я так и не понял, что это такое, что дает. Вот в этой части как-то больше ощущается упадок. Прям вот разруха. И очень депрессивно все, мне прям нравится. Погодите, мы отсюда сможем, да? Давайте поймем вообще, куда мы идем. Наша задача выбраться отсюда. Но сможем ли мы бросить весь этот народ, когда мы узнали о его бедах? Опа! То, что нам нужно. А дом был близок, но недосягаем. Мне приходится быстрее читать, это неинтересно. Кайф теряется. Все досягаемо. Все будет. А-а-а! Точно. Я уже когда летел, понял, что, скорее всего, речь будет идти о том, что нельзя эти штуки трогать. Успокойся. Успокойся. Ладно. У нас не было выбора. Пришлось немного пошуметь. Жесть. Так, ну-ка. Прикольно, мы можем выбраться наконец, пожалуйста. Чтобы активировать этот колодец духов, восполнить запасы жизни. Мы не можем переместиться. Мы не можем переместиться, они убрали эту функцию сейчас. Чё за отстой? Ау, прости. В какую сторону? В какую, блин? Можно пойти туда, а можно сюда. А сюда зачем? Что даст? Опять это дерево. Ну-ка, смотрим. Нет? Нам ничего не даст.
Да чтоб тебе. О нет, открытая местность. О нет, катсцена. Перышко, я тебя прошу. Давай, давай. О май гад. Давай убегаем. Или мы будем вместе сражаться. Как с этим сражаться вообще? Нет. Нас опять разделили. Ох ты, маленькое, храброе, наивное существо. Убил или не убил, как думаете? Я думаю, вряд ли. Но что-то я нервничаю, очень нервничаю. Я думаю, на этом стоит, ребят, сделать паузу. Это новый чептер. Очень такой жесткий поворот в истории. Я не ожидал, что вот нас опять в итоге разделят. И мы и перо не взяли. Просто побегали чуть-чуть и нам жестко все обломили. И получается, эта птица... Она даже и волков нагибает по всему этому лесу. То есть волк, видимо, там остался один последний. И поэтому такой злой, может быть, мстит всем. Я не знаю. О, прикольно, ребята. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал, вступайте в группу ВК в Стиме, напишите коммент, что вы думаете об этой серии, о прохождении в целом, и какие у вас ожидания от концовки, от этой игры, и что вы хотите в будущем увидеть на канале. Тоже пишите, может быть, учту, а может быть, нет. Огромное всем спасибо, с вами был Юджин. Всем пять!